Например, у меня были мужчины, с которыми мне не было интересно общаться, но мне нравилось с ними в постели. И когда я с ними... Мне хотелось с ними расстаться, не хотелось больше с ними видеться, но я скучала по сексу с ними. И мне... То есть я не могла себя заставить не общаться с ними больше. И мне приходилось с ними встречаться, поддерживать отношения только ради секса. И мне это самой было очень неприятно. То есть после того, как секс заканчивался, мне не о чем было с ними говорить. И мне хотелось бежать, а продолжалось как-то там разговаривать, там вместе курить, пить чай, пить пиво. И иногда это тянулось по несколько месяцев, а то и год. И... Ну, опять же, занимало много моего времени. Такая история человеческой трагедии. Да.